Мы уже составили разговор, понятно, предварительный разговор, об одной очень близкой мне теме, у нас верном мировоззрении. Но у меня много увлечений. И сейчас я хотел бы начать разговор об еще одной, тоже очень близкой мне теме. Дело в том, что я офицер запаса вооруженных сил. И достаточно много лет носил форму. И, понятно, я хотел бы однажды поговорить и об этом. Этот разговор я считаю особенно важным сейчас, поскольку уже видно невооруженным глазом, что военная патриотическая песня начинает возрождаться и начинает завоевывать все более и более серьезные позиции после определенной девальвации этой темы, скажем так, в условиях Советского Союза. И понятно, эта песня уже нашла достойное место в интернете, что неудивительно. Интернет по определению, так сказать, отдает приоритет песням, которым нет места или, скажем так, мало места для официоза. По-настоящему известной песней в интернете, если, конечно, нет денег для накрутки, может стать только песня, которой люди поверили. И без сомнения к таким песням относятся песни Виталия Леонова. Я, когда познакомился в интернете с его творчеством, подумал, что он мой коллега, офицер вооруженных сил. Но и так, кстати, не я один думал, так думают многие офицеры. Но оказалось, что это не совсем так. В армии Виталий служил только срочную, но потом он служил в ОМОНе и воевал в Чечне. И поэтому, что такое служба, он тоже знает не понаслышке. Ну и ясно, неудивительно, что его песни находят такое понимание у всех, кто носил оружие. А Виталий уже смело можно сказать, что он звезда интернета. Многие песни на его канале уже имеют сотни тысяч просмотров. Начать знакомство уважаемых подписчиков и зрителей нашего канала с творчеством Виталия я хотел бы с песни «Морские диверсанты». Эта песня снималась на Дальнем Востоке, и в ней участие принимали, значит, разведчики ГРУ, разведчики-водолазы Тихоокеанского флота. Конкретно разведчики части спецназа Тихоокеанского флота «Холлоуэй». Думаю, нам всем будет полезно вспомнить, что в нашей армии еще осталось настоящее боевое мастерство. Добавлю, я сторонник восстановления союзного государства. Я очень надеюсь, что эти песни, вот такие вот песни, однажды помогут нашим разбежавшимся республикам опять собраться вместе. Я всегда считал распад нашего великого государства страшной трагедией. Я считаю закономерностью то, что оно однажды опять соберется вместе. Но здесь, конечно, нужна очень важная оговорка. Я считаю, что наше объединение должно пройти только добровольно. Я очень надеюсь, что нас всех и нашей республики однажды на это хватит. Ну и давайте посмотрим клип. Соленые волны крутой берег лижут, лениво качаясь, куда-то бегут. На Дальнем Востоке нет ничего ближе, нам острова русский, где наш разведпункт. Мы служим специальной разведке, и значит, сегодня мы здесь, завтра Бог знает где. В любой точке мира любые задачи решим и исчезнем в морской глубине. Война под водой – это наша специальность, где море свою нам диктует игру, и часто смертельно опасна реальность.
морских диверсантов, спецназ ГРУ. И часто смертельно опасна реальность морских диверсантов, спецназ ГРУ. Храните же нас, купола в небосводе, на суше быстрой, спину друг боевой. Путь холод всегда, и дыа кислорода, и не подведи АБС под водой. Спасительный шанс, путь всегда с нами рядом. Не щелкни растяжка у нас под ногой. Учуй, словно зверь, инстинктивно засаду морской разведгруппы, дозор головной. Разведке и флоту верны беззаветно, случайных людей не найдешь среди нас. Ведь здесь каждый вздох наш под грифом секретно. Такая работа, подводный спецназ. Ведь здесь каждый вздох наш под грифом секретно. Такая работа, подводный спецназ. Храните же нас, купола в небосводе, на суше быстрой, спину друг боевой. Путь полон всегда, и дыа кислорода, и дай Бог удачи всем нам под водой. За службу, братишки, хватили мы лихо. Кто знает, что нам впереди предстоит, чтоб наш океан был действительно тихим. Разведка спецназа на русском стоит, чтоб наш океан был действительно тихим. Разведка спецназа на русском стоит. Японское море, любя, обнимает прибрежные скалы и Владивосток. Мы будем всегда помнить о Халуае, какой бы нам жизнь не отмерила срок. Мы будем всегда помнить о Халуае, какой бы нам жизнь не отмерила срок. Если понравился ролик, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, делитесь роликом в социальных сетях и на других ресурсах, пишите комментарии, смотрите мои аналогичные ролики. Какие именно, вы видите в конечных доставках.